Да нет, там по мелочи, там что-то 150, 200 такое. Ну, может быть, даже в 50% от того, как главные получают. Ну, по крайней мере, полтинник делить проще. На два поделил, дал и все. Не, просто вот смотри. Часто так было, да, там кто-то позже пришел, говорит, блин, я там хотел на РТ, то все. Я уступал человеку место, просто выходил, говорил, давай я лучше там завтра с пугами закрою. Ну, как бы из-за этого, да, из-за этого Тема и говорил, что 100% на числе. Ну, на самом-то деле, я отхожу от ДКшкой своим. Все, что мне надо с целка, например, 25-ки, это воля. Больше мне ничего на танка не надо, мне ничего не надо на ДД. Напомните мне тактику, пожалуйста, я не помню. Ну, по ходу дела. Ладно. РДД между собой взяли рейндж сразу. Маг может глыбой посейвиться. Если что, можно две споры взять, и я поженку там также подключу. Я извиняюсь, ребят, наберите чуть больше рейндж. Вы держите рейндж 5. Встаньте наискосок как-то, чтобы больше было, пожалуйста. Сколько вообще РДДшников должно быть? Да можно хоть все, чтобы были. А, Димчик, а можешь чуточку назад его отвести? Мне кажется, он близко к РДД стоит. Спасибо. Конечно. Я даю прожимку, если что. Давай. По 20к критерий. Вы можете уже не сбегаться. Вы должны босса доливать.
интересно, строк от трения будет. Я паролил бы. Угу. Ну вот, например, на взяла на медведя, она топчик будет. То есть там, если маневрировать, то, да, есть такие данжи, где треники менять. Угу. Добро. Ну и напомню, нужно. Каска 4 минуты, можно обновить. На ДК касочки вообще нет. Давайте под жопу тогда чек уже. Так, а здесь что, под жопу, да, я помню, вставлять? Под яйца становишься и все. Все станьте под яйца ему и не двигайтесь. Я босса поставлю и не надо никуда перебегать. Под яйца все. Отличные новости, народ. Ну а как это назвать? То есть ты считаешь, он девочка? Примерно посредине. Пока не могу использовать эту способность.
отличные новости, народ! Я почему-то вонючка! Ядовитые слизи! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Папочка, не огорчайся! Ужасные новости, народ! Гниломорт сдох! Но есть и отличные новости! А куда они подошли? Я здесь, у нас сейчас несколько минут перерыва будет или нет? Все супер, давайте к трубам подойдем и будем перерыв. Я думаю, так было бы лучше. А куда падают? Вот эти маленькие слизняки не показывают, что ли, после взрыва? Да еще жлач вон доходит. Ребята, а слизняки, которые падают после взрыва, их не показывают на земле, куда они упадут? Че, я это знал. Просто, по-моему, показывался раньше. Ну ладно, это не важно. Здесь так работает, значит так. Значит, дом специальный называется Huge Map. Мне вот, например, он четко показывает, куда оно упадет, и мне не надо бежать, блин, полкилометра. Я сразу себе вижу, сколько я отошел, и вышел ли я за радиус этого, ну, куда упадет. Void Zone просто раньше, я помню, под ногами была и видно было, и достаточно сделать один шаг и все. Стоять в одном кемпе, сделать кемпу один шаг и просто не перебегать, не терять ДПС за это. Ну ладно, здесь так работает, значит так.
А пока перерыв, что тут, кто еще знает тактику, как этого убивать босса? Расскажите мне, пока перерыв идет. Я помню, здесь два слизня, бомба и босс. А что происходит, не совсем помню. Нет, я РДД. Первая фаза. Бьют профа. Появляется зеленый первый. Зеленый выбирает рандомную цель и ползет к рандомной цели. Эта рандомная цель не может не двигаться, только кастовать. Блин, кануться нельзя? Не, вроде нет, я не знаю за это. Там рандомная цель, это в нее должны сбежаться, потому что этот слизень, когда доползает, наносит урон, который распределяется между этими целями. Если цель одна, это ваншот. Ну и так слизень сливается, этот зеленый. Второй слизень оранжевый. Этот оранжевый слизень, от него надо убегать. Там придет микстурка или войд, не знаю, кто-то из них расскажет, как там именно бежать надо. Не буду загадывать. От него надо убегать. Если он добежит, это вайт. Его тоже интересовался. Маг интересовался. Я 7 лет не убивал этого босса, блядь, не помню, извиняюсь. Дальше. Перевели босса, там 70%, может чуть больше, не помню точно. Перевели босса. Босса появляется два новых скилла. Это он под себя ставит колбы, которые понижают меткость на 75%, которые в последующем взрываются. И второй скилл — это пельмени. От этих пельменей надо уклоняться. Он летит обязательно в РДД-зону. Если его стоишь, минус 300%, на 300% каст увеличивается. Также подожди, его также не видно, куда он падает, да, или видно? Пельмень там видно, как они летят, то есть они как мячики летят. Там будут анонситься, надеюсь, за них. Но лучше и самому смотреть. Траектория. Бегаешь просто в сторону чуть-чуть и все. Тогда и хилы будут стоять в одном месте, и пельмени будут лететь в одно место. Там буквально два шага делаешь и все. Ну и потом третья фаза уже появляется, все, пропал Обама, его надо тупо бить. Он кидает просто пельмени и под себя колбы, слизни уже не появляются. Тактика с частичкой расизма, Обама. Спасибо. Напомнил мне. Пельмени, я про них совсем забыл. Противные вещи. Мы тут, но там Дима вроде просил чуть больше времени или нет? Да, еще забыл сказать за лужи. Забудь, служ, выбежи, не стой, иначе не захилим. Кстати, что мы будем, с саппортами войти или без? Нет. Ну, вы как хотите, а я выпью. А кто шарит, кстати, там за мага? Блинк вот этот, там же от слизняка, насколько помню, луч идет, из него можно блинкануться, то есть увеличить расстояние до цели. Он работает здесь, на офе работал, а здесь не помню. Ну, блин, не помню, не знаю я. Работает. Ништяк. Кстати, недавно смотрел видео, как профа убивали в десятки гер на Сирусе. Они как-то так, блин, четко делали. У нас, вот когда мы в десятку в прошлый раз были, профа не убили тогда. Мы, получается, летели в сторону стола, это РДДшники и хилы, а у них как-то так выходило, что они летели вот в правую стену.
Думаю, было бы четко нам бы так же сделать. Чисто вот я, например, хилом не достаю чаще всего. Так, еще раз. Значит, ты, это кто сейчас говорит? Это безумец говорит. Так, давайте. Они, получается, они вот били вот здесь. Профа бьют. Появляется зеленый. И у них милики стояли, получается, в этой стороне. То есть у них слизень только выбирал цель, а нихерак улетели в стену. То есть им не надо там, блин, лететь хер знает куда в ту сторону. И как-то так РДДшники тоже, они улетали вот в эту стену. Они вот туда, в сторону стола, и потом вот не хватает дистанции, чтобы захилить тех, кто возле аж там. Давайте объясню такую простую вещь. Ты внимательно послушаешь. Встань вот сюда, в центр. Вот смотри, ты слизень, зеленый. У тебя в центре стоит цель. Ты до нее дошел, просто теоретически представь. Ты до нее дошел и взрываешься. Я — это игрок, который находится рядом с тобой и бьет твоего, тебя, то есть слизни. Все, не двигайся. Если я стою с этой стороны и бью, происходит взрыв. Вопрос на миллион. Куда я буду отлетать? Правильно. Вот сюда. Теперь еще. Если я... Стой, встань в центре, не двигайся. Если я стою с этой стороны, ты дошел до цели, я тебя бью, куда я буду отлетать? Все правильно, вот сюда. Еще. Чтоб третий раз уж точно было понятно. Если я с этой стороны стою, а ты прибежал сюда, вот эту точку. Ты не объясняй мне, как дебилу. Я же понимаю все. Логично. Ну это же логично. Я просто за то, как бы нам... Милики, то понятно. Они станут с профом. Получается, вот слизень появляется приблизительно тут. Если они станут с профом здесь... и он выберет цель с миликом, они, конечно, улетят в стену. А вот именно за РДД мы, получается, вот в прошлый раз стояли, если не ошибаюсь, здесь. И слизень, если нас выбирал, мы все улетали, вот особенно цель, которую он выберет, она 100% летит вот именно к столу. А вот я не знаю, как бы так сделать, чтобы мы летели именно в стену. Я тебе тоже, как ты не можешь понять? Как нет, ты не понял. Это не, ты, подожди, ты не вот понял. Теперь смотри. Вот помолчи. Момент. Смотри. Встань на месте, ничего не говори. Ты слизень. Ты добежал до цели. Вот тут стоит твоя цель. Она не двигается никуда. Она не может менять местоположение вокруг слизня, чтобы управлять местом, куда она полетит после взрыва. Она отлетит с того, все правильно. РДД твоим, загадочный твой вопрос на миллиард долларов, нужно встать вот здесь. И тогда они после взрыва летят вот сюда. Понял? Ну, это да, а вот так, чтобы и цель, я имею в виду вот в чем. И цель, чтобы улетела, и чтобы РДД и хилы улетели в одну сторону. Я не понимаю, вот, ты не сказочник или что? Ну, а вдруг? Просто нет, если как реально стать, просто вот, получается, как появляется слизень, даже траекторию взять. Слизень вот здесь появляется. И чтобы он брал такую траекторию, чтобы мы как раз в стену и улетали. То есть где-то приблизительно вот так. Я не прав? Нет, не прав. А мы стоим вот здесь. И мы в любом случае, у нас одна цель улетает туда. Если он ее выбирает еще раз, то просто не успеет. Вот смотри, я тебе отвечу на твой вопрос, но ты достигай этого как хочешь. Вот смотри, где сейчас стоит квадрат, зеленый слизень находится, правильно? Хорошо. Теперь дальше. Вот здесь... Вот здесь, где сейчас квадрат. Здесь цель находится, которую он выберет. Он идет к ней, подходит сюда, где квадрат зеленый слизень. Твои РДД становятся сюда, и цель стоит здесь же. Они становятся фактически в цель. И вместе все отлетают в одну точку. Теперь понял? Только так ты сможешь это сделать. Может. То, куда полетит цель слизня, зависит от того, откуда слизень зеленый идет к этой цели. Да, я вот это имею в виду, то есть просто... Ты не изменишь если никак, мы, например, не когда... изменишь никак. Нет, ты не понял. Просто мы бьем вот, когда мы начинаем бой, РДДшники, хилы стоят вот здесь. Просто если появился, например, слизень, и мы бы отходили где-то вот сюда, и слизень бы от его местоположения, откуда он появился, выбрал бы цель с РДД или хилов, мы бы отлетали как раз вот и сюда. Я это имею в виду просто. Короче, ты румынский разведчик. Ты мне теперь объясни, зачем тебе это? Зачем тебе это? Я Валера могу себе позволить. Зачем тебе это?
Ты мне что-то говорил, я хочу встать. А зачем это, я не понимаю. Что это за ехать? Нет, что просто это? Понимаешь, тут в чем момент. Выходит, чаще всего, мы в прошлый раз, когда били, я улетал к столу, и все, милики для меня потеряны. Я их просто, ну, как я их захилю, если до них расстояние... Так, начнем с того, что я улетал к столу. И вообще-то нехилы не сбегаются к слизню. Не, я тогда как раз вот меня выбирал цель, я улетал к столу. Причем дважды. Так тебе надо, ну, есть что-то... второй хил. На. Тебе надо просто бежать к великам и все, и хилить. Если он тебя второй раз выберет, бабл. Короче, бабл — решение всех проблем, я понял, хорошо. Чё с лачем? Не знаю. Вы чё, проф не убивали из-за того, что за хил глаз не хватало, или чё, ты так спросил? Я не помню, чё мы в прошлый раз не убили. А, у нас дома тогда не хватило, 30 тысяч оставили. Там умирало много людей уже под конец. Это где бесед? И он танка убил и отсилился. Это в десятке? Да, да. Реально тогда вот дамага чуть-чуть. Так мы же убили. Там, ну, мне так кажется, по крайней мере. В смысле, а дамага не хватило... Подожди, подожди. Дамага не хватило. Берса началась? Или это, да, вся комната засрана была? Берса. Берса. Он тогда Берса убил, он танка первого... отхилился, ему опять опустили, он второго танка ваншот. Там что-то, я говорю, 30 тысяч осталось. Это когда? Позапрошлая неделя была. Привет всем, как целка у вас? Да нормально. Где вы там? На профи стоим, ждем, когда микстурка собаку выглядит. Ты нас подвел. Я себе шею выбил с ребра, наручи на танка, с сурка, топорик на ПВП протовара, с кораблей, ЦРП. Теперь буду ваншотать Ромми, я уже один раз ваншотнул. Две БЕшки, по-моему, КБ. Говоришь? А. Там плечи, а еще что? А, да, поиск. На поиску забрал. Неплохо сходили. В любом случае. Неплохо это, когда леча убьем будет. Микстурке позвоните, там что там так долго. Да, бонусы, конечно, прям под паладина созданы расовые у эльфов крови. А что у него здесь за бонус? Ну, в исполнении мана остался, а другие? Это так себе, конечно, но вот именно нестабильность вообще четкая. И волшебный поток вообще тоже классный. Она, ну, да. Холик, ну да. Как боженька молда. А шаманчика долго не будет? Ребят.
который... Стурка долго нет, уже 20 минут. Звоните ему кто-то, напишите в контакте, что он. Стурка, ты тут? Что ли, он ушел, что ли? А что там, за него никто спросить не может? За ДКшника, за нашего.
Как-то несерьезно пошло. Да не, может, что-то срочное случилось. Бывает. Народ, я тут, извиняюсь. Долго ты. Ну, как собака погуляла, сразу пришел. Да уж, хотел лимона уговаривать. Есть на ТТ фласке. Турбоис. Давай, откликайся. А вы видели, нам сову починили. Ну, сову починили вот эту маленькую. Она раньше таким зародышем была, таким, как глист таракан бе. Мы в саппорт повозмущались, я говорю, что типа обратно, эту продажу обратно возвращать. Они такие, не-не-не, починим вот. Буквально 2 дня прошло, и сразу сова такая большая стала красивая. Фу, Мишка заразил. Ну, Мишка заразил, то понятно.
Скандинавии, Абхазский бы не отказался бы от нее. По ДК касочку тоже, пожалуйста, и поехал агрить. Все, есть, поехали. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Я даже лужу под красного не успел кинуть. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Экструка колба в воде. Я забыл про них. Выводи. Это минус. Минус 2. Возле кол, смотри. Какого хера ты там был? Ретрик грабал. Ретрик кто? Галыш. Пельмени. Колбы отложил, смотрите. Колбы отложил, смотрите. А, 2 на 5 это слабо.
Ретрик. Назад, Ретрик, назад. Сколько радиус у колб? Сколько радиус у колб? Я тогда, мне вообще никуда было проводить. Ну только сюда вдоль стола назад. Микстурка. За 8 секунд отводишь его к стенке. Тут же разворачиваешь и потом идешь назад. Не надо, чтобы он спиной был к тебе и поставил колб. У нас великам некуда сбегаться. Надо уходить оттуда. Не ту тактику мы бьем. Был. Я один сбегаю к зеленому и дохну от этого. Ретрик не бежит, микстурка не успевает. На зеленого надо как минимум 3 человека, чтобы было всегда. Что делаем? Привет тебе. Так ты спроси, микстурка умеет в кукле ходить? Это ты насчет красного говорил сейчас? Зеленого ж через ведешь через милики ведут через РДД, а РДД ведут через миликов и не уходят к столу. Я тебе предлагаю микстурку на мага. Пускай
А смысл ты сейчас лимоном будешь под это? Точно, точно. Туплю. Так, я револнес, потому что у меня хилбот заманился. Угу. Он медведем был. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! А есть смысл хватать куклу быстрее или накапливать сердце? Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Колба. Ретрик назад. Thank you.
Узмин поймали, ну там без вариантов было. Геро дают сразу, да? Я первый. Нет. Как поставить? Хорошо. Бомба, бомба, бомба. Тайминги сбились у меня. Скажешь прожимку давать тогда. Добро. Это безумец. Можно я отойду? Меня человек ждет, подошел как раз. Да. А сколько? Минут 5 максимум. Да, стану перекурить, говорю, ты приду. Я готова.